как рассчитать коэффициент сборки для вашего изделия. Берете именно ту ткань, из которой вы собираетесь шить что-то, прокладываете строчку на самом широком шаге, на каком возможно на вашей машине, и затем стягиваете эту строчку до желаемой на полностью сборки, как вас устраивает. Предположим, что вас устраивает вот такой вариант сборки, то есть вот такая наполненная сборки. Можете меньше делать, можете больше, зависит от вашей ткани, от вашего желания, от вашей модели. Делаем отметку в 10 сантиметров на этой сборке и распускаем назад нашу ткань. Распустили и увидели, померили теперь эти же отметки, какие у нас были на сборке, и получилось, предположим, 20 сантиметров. Если у вас получилось 20 сантиметров, делаем вывод, что сборка произошла в 2 раза. То есть желаемый объем нужно умножить на 2. И тогда вы, когда соберете до вашего обхвата сборочку, она будет выглядеть точно так же, как вы сделали на своем экспериментальном кусочке.